Для приготовления тушеной капусты с мясом и макаронами нам понадобится 800 грамм филе куриных бедер, 1 килограмм свежей капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 столовых ложки томатной пасты, 2 столовых ложки сметаны, 2 лавровых листа, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка черного молотого перца, полстакана растительного масла, 500 грамм макарон, 2 столовых ложки муки для заливки. Мелкими кубиками нарезаем лук. На крупной терке натираем морковь. Шинкуем капусту. Маленькими кубиками нарезаем филе куриных бедер. В глубокой сковороде обжариваем на растительном масле мясо. Добавляем к мясу лук. Когда лук обжарится, добавляем морковь. Периодически все перемешиваем. Когда морковь обжарится, добавляем томатную пасту и обжариваем ее, все перемешивая. Затем добавляем сметану. Добавляем соль. Черный молотый перец. Все перемешиваем. Добавляем капусту. Наливаем воды, чтобы капуста была закрыта водой, и доводим до кипения. Добавляем 2 лавровых листа. После закипания тушим, пока капуста не станет мягкой. Когда капуста будет готова, добавляем разведенной водой 2 столовых ложки муки
Все тщательно перемешиваем. Доводим до кипения. Тушеная капуста с мясом готова. В подсоленной воде отвариваем макароны. В порционной тарелке подаем макароны и тушеную капусту с мясом вместе. Приятного аппетита!